Приветствую вас, подписчики и зрители моего канала. С вами Вискоти, и мы играем в The Crew. А ты знаешь, что, короче, вышла какая-то преальфа этого Unreal Tournament нового? Я что-то видел ролик. Вот. Но факт то, что мне, я так и не понял, как, что нужно сделать, чтобы его, короче, скачать. Вот. Но мне больше интересно, почему скачать, потому что там Unreal Engine 4, это да, новый движок, вот мне хотелось как бы на моем системе это все бы работать, потому что это сейчас один из самых мощных движков современных Unreal. Да, я не поздоровался. А я, да, я за тебя, короче, сделал. Причем, знаешь, реально вот эти вот машины, которые здесь есть, вот эти секретные, там реально машины, походу, годов 30-х, наверное, американские. Просто это, ну, видно, что... Ой. Что мне тут писать, супер. Потому что там реально видно, что машины такие старые. Там, по сути, все, кроме Ролина, я так понял, они все одни и те же, просто, ну, по-разному тюнингованные. Это что за шар? Чего? Че, говорю, проезжаем за шар. Ух, ты меня обогнал. Ах ты! А вот въехать? А я хотел в тебя въехать. А, воплотился. Конечно, ты, блин, там на такой тачке. Авентадор. Я только это резину прикрутаю, да. Да, Настин хороший машина. Ну, она, видишь, не до конца же у меня. А что такое? А? Прокачано. А чё ты Бентли не взял, Континенталь? А, я не видел её. Чё, почему изменился ориентир? Может, ты точку проехал? Нет. Ну, тут вот на этой, по-моему, гонке он даже иногда просто нафиг попадает. Почему, непонятно. Еще чуть-чуть. Ух ты, еще чуть-чуть. Чуть-чуть не хватило там. Эй, время пошло. Финиш. Я финишировал. Какой там у Червал Channel будет новый конкурс? Или пока глухо? Ну, короче, пока глухо, но я думаю, что и не где-то, когда уже, наверное, подписчиков не 500, не раньше. Да, раньше смысл каждую сотню делать. Ну да, знает. Да, я согласен. Слишком уж шикарно это. Разрази меня гром, вот это скорость, парень! Нечему удивляться, Чипа. Ты на месте, Алекс. Крему придется повысить ставки. О, гулька. Отличная работа. Так. Что там дальше? 2-2-2. Вот совсем недалеко есть. Ну, ставь. Надеюсь, определиться. Она сама поставилась. Рад стараться. Че, гробная? Хотя мне, по-моему, апдейт. Так, ну что, поедем? Победитель остается, проигравший проваливается. Выбирай место. А я конкурс новый буду делать.
Ну, у тебя же, по-моему, еще 800 нет, у тебя там был этот. Я другой немножко. Я не на игры. А на денежные. На денежные. Кто выиграет, тому сделал ремонт в квартире. Нет. Там, короче, оформление канала, аватар, оформление ВКонтакте и интро. Кто сделает? Блин. А чё это машина-то, а? Чё, получше ничего? А чё у меня эта машина тоже? Почему не станк? Ладно, не, чё-то я... Ой, ну, ой. Ладно, я на ласточке еду. Я знаю, что вот эту гонку я задолбался вот тут выходить. Зоя, слышала это? Да, и это уж точно был не Кобер. Звонок отследила? Нет, так, а мне тебя прикрывать, что ли, надо? Я не знаю. Да, защита. Я по санкции, экипажу прицепят подозреваемого. Чё? По возможности оказать поддержку. Мне тебя надо защищать. Воздушная поддержка, это центр. Прекратить погоню. Повторяю, прекратить погоню. Короче, если тебя поймают, то пипец. А тебя поймали? Да. Я смотрю, как ты едешь. Ну, сам. Хреном меня поймали. Я тоже думал, когда эту гонку приходил в мир. Поймали. Эй, поймали! Сволочи! Пешки, говорю. Ладно, попробуем заново, чё. Я хотел задний ход дать, и, блин, не получилось. Не успеваешь. Это как Most Venom в свое время, если играл, до 2005 года. Алекс, я тебя собрал. Полиция уже рядом, сматывайся. Это еще кто? Потом, ну, сейчас. Что, давай еще разочек. Почему мне эту машину дали? Но тут, короче, дает машину нужного класса с максимальным уровнем прокачки. А вот это у меня вообще, по-моему, прокачка. Отправляйтесь по новым координатам. 204, вот. Зоя, слышала это? Да, и это уж точно был не Кобер. Звонок отследила? Нет, там была переадресация. Да что столбы-то тут делают? Ничего еще. А, не вращаться не надо. Заборы не ломаются, ничего не сносится. Там вообще где? Как-то то, что тут вроде бы как бы можно было бы выносить их. Но... стал бы я этого делать. Я еще не поймали? Нет, а сейчас. Мы друг другу навстречу проехали. Да. Причем, что интересно, как-то странно гоняется за каким-то одним. За мной тоже гоняются. Только я и говорю, за тобой ездить, за мной нет. А, ты должен, значит, меня прикрывать. Да. В коробочку меня берут. Так ты засранец, вот так у тебя. Сразу половину ему хп снес. Мне тут прям розыск. Красивый город. Это, по-моему, Сан-Франциско. Ну, по-моему, нет. Да, у вас это написано же. Я что-то как-то... Пустил это, по-моему. Мы бы тут летали, если бы в Сан-Франциско. Вот как менты так ездят, я не понимаю. В смысле? У них обычные машины. Краун Виктория? Это необычная машина. У них есть движки 6-литровые. Это машина, блин, это только в путь, блин. У нее дури столько, что... Это на самом деле она на вид обычная, а движки у них мощные.
У них, блин, полицейские машины, она на самом деле мало чем уступает этому. У них вот Crown Victoria и Charger в основном используются. Так вот, Victoria, он мало чем хуже, чем Charger. Ах, я двух забыл. Запутался вообще куда? И. Проститутку и сутенера задавил. Так, обходят, зажимают, рядом. Ты скрылся? Я не могу скрыться. А, все что ли? Да я скрылся, хотя и серебро дали. Слишком долго. Вижу, ты еще на свободе. Как раз вовремя. Кто ты? Пусть это будет тайной. Я слежу за тобой. Окейшки, так, что у нас впереди, что-то еще. Сейчас я машинку поменяю. Тут, кстати, машину можно по классам менять. Знала бы ты? Нет. Тут ущелкаешь, короче, из всех машин стриткары, так, берешь и выбираешь, что тебе нужно. А ты куда едешь? Я просто еду. Просто едешь? Куда пропал? А, машину поменял. Да, у меня Ламборджини тут. Думаю, вот тут она шальная. А ты уже точку что ли поставил? Нет, ну я на карте вижу, в какую сторону нам ехать. Сейчас, подожди. Приехал. Нет, проскочил похуй. Поворот. Конечно. Так, ну сейчас я попробую поставить точку. Недалеко. Ты вообще где-то. У тебя есть? Нету? Я же только что в тебе въехал. Ну нет, я имею в виду. Но у меня есть она. Навигация. Ты в сторону пошла, и меня. Она мне как-то вообще эту точку. Семь километров ехать с половиной. Ах ты, мимо. Так, у меня 30 уровень. Мне 50. Он, кстати, вышел, здесь не поднимется уже вообще.
Что, блин, весь экран занимают? Хорошие новости. Ралли-мастерская. Чего? В Вегасе готовы сотрудничать. Параллельная что-то. Тачкам плевать на дороги. Высокий клиренс, проходимость и амортизаторы, которые справятся с землетрясением. Исследуйте раллийное. Тебе не важно, есть дорога или нет. А чё я не просил? Тюнинг-мастерская, раллийные машины. Надо туда ехать, не надо? А чё, тебе раллийные машины, что ли, нужны? Я кинул какое-то меню, ролик, что типа раллийное открыто. Ну это, короче, тюнинг. Машину можно в районе выставить. Ну. Ты по полю поехал? Я да, по такой еду. Так, подожди тогда. Сейчас я... Где у нас там Ford Mustang, который типа джип? Вот он. А ты в 2 километрах, что ли? Да. А я вроде как на точке уже. Техасский выступ, юг. Сейчас подъезжаю. Я тут немножко не понял, что тут надо делать. Я собирал ящики, почему-то задание... Тут, короче, на самом деле большой геморрой. Хотя сложность написана средняя. Видишь, ага. Я добрый. Организовал тебе новую тачку. Залезай и жди. Чего ждать? Скоро сам все поймешь. Тебе какого цвета машина? Красная. У меня серебристая. Тут смысл, короче, такой. Вот эти ящики надо собрать определенное количество за определенное время. Но их здесь столько. Ну я вот и думаю. Ну это ящики, это главная задача. Да. Не обязательно все сбивать, но надо сбить, вот смотри. Видишь сколько? 140 ящиков. То есть общая сложность это на двоих. То есть каждый должен хотя бы 70 уничтожить. А время ограничено. Я вот эти гонки, прям, на самом деле, на любом уровне машины так и не смог пройти. Ни на серебро, ни на золото. Уж тем более на платину. Кстати, почему-то игроков не вижу. Вот мы с тобой ездим, да, вот. А игроков не встречаем. На самом деле, знаешь, в чем прикол? Их здесь полно. Почему-то встречаются они здесь крайне редко. Единственное, бывает, что так приглашают в гонки, когда я один играю. А так... ты куда-то... Поехал. Тебе сколько ящиков? Я не знаю, сколько дело. 49 у меня показывает. И вот у меня тоже. Мази. Не успеем. Ну то это еще нормально. Хорошо.
64, 65, 66, 67, 68, 69. Это только половина. Как половина? А 170 ящик. 140 минимум нужен. Блин, да. Вот я тебе говорю, что это жопа. Я задолбался, я не по не десятков раз переходил на некоторые. Тут еще вот это полегче, а дальше там еще хлеще есть. Причем, если, допустим, ты играешь один, то этих ящиков сбить нужно меньше. Если ты играешь вдвоем, их сбить нужно больше. Торопись, Алекс. Торопись, осталось 30 секунд. Я знаю. А толку 90 ящик реально за 20 секунд сбить. Так, у меня 108. И уже 10 секунд осталось. Короче, просрали. Я говори. Я лучше корову вам собью. Так, задание провалено. Да нафиг не надо. Все равно не получится. Реально, но это очень долго. Так, а что у нас есть поблизости? Текс. Не видать. В Детройте уже все, по-моему, пройдено. Вот про такую машину говорим. Подожди, я не вижу. Я пока на карте. А! Вот это рам. Понятно. Он районный. Хорошо. Ух, а чё, где все-то задания-то? А вот по цене, блин, я смогу делать. Только мне надо... Нету. Ближайший чё-нибудь. Ничего нету больше. Это единственное задание. А значит, в любом случае надо проходить. Ну давай еще раз попробуем. Сколько там? Я сейчас сбил, я... по-моему, 108. Ну там реально. Так, сейчас я. А ты сколько сбил? Не помню. Они. Я не могу сказать сколько, они в общей сложности считаются. Ага. Вот. Ну сколько рам стоит, я хрен его знаю. Надо смотреть. Почему я не могу? Вот у меня есть рам, блин, на самом деле район. Почему я не могу на раме эту гонку проходить? Видишь, какой я добрый. Организовал тебе новую тачку. Залезай и жди. Почему на велосипеде нельзя эту гонку? Скоро пройти? Сам себя поймешь. Да, на горном. Едешь ногой, пинаешь так. Бах-бах. Вот он мустанг такой, хочу сказать. Он вроде как быстрый. Но, блин, вот на прыжки он не очень. У него кузов разваливается очень быстро. Ты промазал. Тут, блин, такой дрифтик сделать и все собрать. 38 еще только. Всего лишь.
Они хоть бы время добавляли с каждым грузом. Ага, почти больше, мне кажется. Ну, еще поймем на эту, такой хватает того, что тут еще и так машина не едет. Вертолет вез одну упаковку. Откуда столько? Пардон. Сверхскоростной вертолет. Где они еще тут? Сейчас проедешь. У меня 120. А, 10 секунд осталось. Еще 128. Ни хрена. 5 провалено. Ну, и чуть не успели. Ну чё, заново, что ли? Да. Я тебе говорю, это геморрой. Запаримся. То есть получается так, вроде едешь быстро. Видишь, какой я добрый. Но сбивать уже сложнее. Едешь медленно, все равно получается. Не успеваешь. Да. Скоро сам все поймешь. 5-10 держит автостраду. К постарается забрать товар. Опереди его и уничтожь груз. Ну, давай еще разок попробуем и... Каждая такая посылка стоит... Ты слева езжай. Раздави и не тяни. Не стоит ждать гостей. Ай да блин. Вот-вот будут здесь. Вот получается еще один в том, что в начале их мало, а не редко. Угу. Ну как, а под, по дороге. А идет. Под конец их столько много, что ты начинаешь путаться, куда ехать за ними. И он как-то по-еврейски. Половина. 88.
много, Алекс. Не забудь передать Зои, кто дал наводку. Передам. Торопись, Алекс. 30 секунд. Успеваем, нет? Блин. Все. Задание выполнено. Неужели? У меня все машины разбиты. Хотя я, по-моему, ехал на красный. Ты ехал на красный. А у меня серебристую сейчас показывает. У меня тоже. Это... Вот я говорю, опять бронзу. Оп. Так, ну что, я предлагаю закончить серию? Угу. Давай глянем единственное, сколько стоит этот рам. Интересно. Давай, посмотри. Но я смотреть не могу, потому что он у меня куплен, а оказывается, ценники, когда уже купил, не показываются.